Всем привет, ребят, с вами Хэдди, и мы продолжаем убивать вождей в тенях Мордора. Так, ну и пойдемте, собственно, на квестовое задание. Поговорим, наконец-то, с крысарием. Видишь, как там его звали. Так, что у нас там по 1004... Блин, вот интересно, вот эти можно вот открыть? Необходимо наличие казнь. А мне вот интересно, это мы то есть можем набрать на 2500 и купить эту способность. Или же все-таки придется открывать, знаете, какого? За задание. Доступна руна, тут насколько? 640, 700. Ну, руны у нас, по-моему, и так сейчас очень даже неплохие стоят. Кстати, а мы в прошлый раз очень даже неплохую руну взяли. Так, куда она нас нашла? Истощение, вероятность того, что первый удар серии станет критическим. Привис капитанов. Здоровье полностью восполняется. Вероятность сбить с ног. У нас вероятность восстановить средоточение за каждое убийство со взрывом головы. Конечно, неплохо. Убить двух уруков при зуверсе 46%. Блин, неплохо. Значит, нас там было на меч. Так что открываем слот меча. Последняя руна. Так, при убийстве гранатным ударом становится 40% сосредоточения. После критического удара. Это бред вообще полнейший. После любого убийства 20... Блин, я думаю, это у нас будет 100% вообще. 5 не здоровья так мало. Бою увеличивается. Ха-ха, при длительных сериях 30+. Ну, еще бы набрать бы эти 30+. Блин, наверное, давайте вот это возьмем. Все-таки поставим. Все руны горят. Блин, давайте лук, что ли, апнем. Какого черта? Что у нас, кстати, из-за того, что урки, увидев рядом с тобой убийство, выстрел разбегутся. Две при любом убийстве верхом на звере. Бред. При бездвижении врага восстанавливает 40% сосредоточения. Вероятность убийства врага выстрел в голову. Это бред. Лучше вот это тогда. Итак, скрысарий. И, кстати говоря, я записываю после предыдущей серии, так что я уже немного подуставший. Я мало что могу сейчас буду, ну, точнее, буду понимать, что происходит в игре. Потому что прошлый бой с боссом меня немного вымотал. Не, конечно, босс был вообще легкий. Но, блин. Надо было еще разобраться с его телохранителями. А крысарий, могу поспорить, нас предаст. Мрачная решимость. Какая-то руна валяется там. Сила 11. Второй близнец. О, крысарий! Опять тебя подвесили. Hey,
feast! These birds will feast on your guts! Да, шорки. Ох! I'm all right. That didn't hurt at all. I know what you're thinking, Ranger. This was not my fault. I go to tell the chief that I've killed his bodyguard. He turns around, got the exact same face as the dead maggot I just killed. Ranger can skill. Twins. What are the odds of... Just make sure you show up to take the place of the dead war chief. But the war chief's not dead. I'm going to go kill him! Oh, good plan! I'll be right behind you. Да, классная парочка, конечно. Да, классная парочка. A training platform. But we'll see how the war chief soldiers do in the face of a true foe. Rattle a cage and bring out the beast. Поведите проходящих подготовку берсерков. Убить берсеркера с краю. If Ratbag is able to take the war chief's place, it will only be a matter of time before he leads us. Первый берсеркер. А чё, вы всем пофиг на меня, что ли? Берсеркер, вставай. Блин, он не упал. Ну ладно. Огненное оружие. Хреново. Второй близнец. The pain of my twin shall echo within you. Какие же у вас брата были уроды, а? Того. Да кто еще черт, чувак, ты так летаешь? Хрен знает кто. Вот и все. Второй близнец сдох. Что за неудачники? Уже вождей разделаем как орех. Finally, Ratbag is watching. И давай ухо пилить. We did it! They'll honor our arrangement. Oh, don't you worry. War Chief Ratbag will make sure nobody gets in the way of your dirty schemes. But Ratbag can't speak for the other war chiefs. I wouldn't worry about them. Could I borrow your... I need a sharper blade. Парочка, конечно, парочка. О, поединок. А, ну да. Чувак с силой 5 замочил чувака с силой 11. О, броня неплохая. Успех прекрасно просто останавливает. Что там было при последнем шансе?
приобрести градом ударов на 12 здоровья. Слушайте, неплохо у нас тут стоит такое. Сосредоточение и эльфийские стрелы. Блин, я думаю, это вот пригодится нам. Это неплохая вещь. Такс. Что у нас тут, голем-то есть вообще? Или же тут у нас... Нужно убить больше вождей. Убейте больше вождей, для бога вождей. Ну что ж, пойдем убивать сторонников. Я, конечно, понимаю то, что он там будет с двумя телохранителями, но... Я думаю, мы сможем и так справиться. Блин, мне интересно, больше это какого задания голема нет? Больше нет, что ли? Они достаточно интересны были, кстати. Воу! Блин, молодец. О! Что дает? Вероятность не напугать более двух рук при его версии 40%. Что значит более двух? Напугай более двух уроков. 12 сила. Вперед. This war chief will try to prove himself against the legends of your blade. С помощью казни в бою или на земле. Никаких дополнительных заданий нету, да? Минус один. Так, блин, а чё ж такое-то с помощью казней? Блин, надо их искать. Блин, я не люблю, когда надо орков искать. Обычно они сами прибегают. Один есть. Ну давай, вставай, а. Блин, просто так сдох. Давайте, народ, давайте, за мной, за мной, за мной.
sneaking around? I'm right behind you. Only a bit. Так, двое есть. Так, осталось еще двое. Блин, он упал. О, прибыл. Блин, а у него лучник. О, чумной. Сколько раз ты, гад, от меня убегал? Пещерник. Глазища-то у него зеленые. Но вначале мы победим кое-кого другого. Я! Помнишь меня? Не worry. This will be the last time. Bloody show off! I've got better things to do with my time, you know. You lot weaken him, and I will finish him off. Ты куда? Стоять! Вот моя месть, падла. Ну что, один на один, падла. Сдохни! Просто сдохни! И все разбежались. Пещерник сдох. Остался один вождь. Так что казнь на земле останавливается сосредоточение. Урон любого оружия увеличивается на 26 и нанесён в спину. Не особо интересно. Так, кто он у нас тут? Насчет этого мы все знаем. Окей. Крысарий. Давайте узнаем о том, кто потрошитель. Он защищает крысария. Либо добивание, неуклюжие, уязвимые атаки. Блин, да он все прям-таки друга, когда бьют его хозяина. Ну что же, у нас остался один на это. Варбосс. Варбосс.
Разрушьте, чтобы вымыть черных полководцев. Эй, а что, на второго не могу, что ли, охотиться? А, вот оно, задание. Так, перенесемся. Так, что хотел сделать? А, я хотел посмотреть. Не то. У нас там сколько до уровня осталось? А, у нас уже новый уровень открылся. Хоть допроса. Угроза смерти увеличивает вероятность получения... А, линии дарки. Вот это вот надо бы. Просто офигенная вещь. Огненная стрела. Призрачный взрыв. Вот это очень даже неплохая вещь. Клеймо. Наездник из тени. Ну ладно, нам пора бы убивать последнего вождя. А то он зажился на этом свете. Беги, трус, беги. Скоро новый левелап будет. А там вкусные плюшки. Да блин, да сколько вас тут, а? Одно не успеваешь убить, другие подбегают. Ах, кто тут еще хочет умереть? Ты? Ну окей. Умри. Чтоб привлечь Карагоров. Ну и последний вождь. Hubris comes in taming nature. Release the war chief's Karagors and expose his folly. I expect the war chief. Так, мне пострелял бы еще понабрать бы. И дождаться, пока они там разберутся с Карагорами. Зугор. Оскорбитель. А, это вот этот оскорбитель, да? Тут у нас чувак огненный. Блин, можно вообще забрать этого? Опа, теперь тварюк две штуки. Так, привал. Блин, в таком мясницком халатике. Так, а мне бы сейчас вот пригодили бы стрелы. Привет! Два раза. На этот раз.
Don't let up! You! Those Caragors are mine! Get your filthy hands off them! Ага, откинул. Спасибо, что меня чувак спас. Блин. Some say you are only shadow. I will show them your true nature when I show them your corpse. Серьезно? Так, валим. Спасибо, что меня откинул, чувак. The Dark Lord will mark you for death. You will not escape him. Сдохни. Тоже мне. Следующий ты. Так, получен очко умения, окей. Вот это апнем. Берем просто машину для убийства. Сдох. Теперь ты остался. Ой, все-то. Все-то. Счет как-то быстро. Ну что же, все они мертвы. Неуязвимость к ядам. Неплохая вещь. Кинжал к вам вставляется, да? Среднее здоровье при косметическом удара. Херня. Жил устанавливается сосредоточение. Опять сосредоточение. Мне он нафиг не нужно. Ладно, пускай там еще спорят. А, у нас... Впрочем, ребят, вы знаете... Дальше эти сюжеты мы уже будем в следующей серии. Ну, а пока что с вами был Хэдди. Ставьте лайки, подписывайтесь, зайдите друзей, комментируйте видео. И вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а мы с вами увидимся уже в следующий раз, ребят. Всем пока, до новых серий. И до новых врывов.